сейчас будет происходить грандиозный спортивно-музыкально-актерский фестиваль, посвященный игре в футбол, посвященный чемпионату мира надвигающемуся. Прекрасное событие, так как аргументы и факты практически впервые собирают спортивную футбольную команду. И первым нашим спарринг-партнером были выбраны наши друзья из квартета «И». Вообще идея принадлежит мне, потому что я в футбол играю всю жизнь. Я заканчивал спортивный интернат, поэтому футбол всю жизнь был моей жизнью. И с ребятами из квартета «И» я познакомился на футбольном поле. То есть я не знал даже, что они актеры. Как мне казалось, тогда в них актерского ничего не было. И поэтому я был очень удивлен, когда узнал, что это такой замечательный театр, интересный, самобытный, оригинальный. И стал посещать их спектакли. Вы знаете, я никогда не занимался футболом профессионально, вот, но, в принципе, играл с детства всегда и везде. И я, честно говоря, когда встречаю людей там примерно своего возраста, которые, ну, вот реально вообще ничего не понимают, не знают про футбол. Вот. У меня к ним только один вопрос: а чем вы, собственно, занимались, когда вам было там 10, 11, 12, 13 и так далее лет? Команда у нас, к сожалению, новая, не обкатанная еще. Я, как Фабио Капелло, сегодня буду проявлять чудеса изобретательности для того, чтобы мы смотрелись достойно, потому что команда не сыгранная. Но все-таки железная дисциплина, и я считаю, что товарищеская атмосфера, дружеская, помогут нам сегодня просто получить удовольствие. Не обязательно выигрывать, получить удовольствие. Паша, что сегодня вот как пока легкие не выплюну, как хватит сил. Уж, знаете, тут уж не до того. Я в футбол не играл, по-моему, полгода последние вообще, поэтому... Что касается нашей сборной, если говорить честно, о футболе вот о таких вещах трудно шутить, потому что я болею. Я думаю, что четвертьфинал довольно реальная стадия, на которой мы прощаемся с чемпионатом. Вы знаете, я думаю, я очень высоко ценю Капелло, вот, и он представляется мне человеком таким крайне жестким, что, в общем, необходим нашему человеку. Он весь всегда и отовсюду тянется за железной рукой. Я думаю, что играть наша сборная будет в скучный футбол. Вот. И если она будет играть в скучный футбол, то у нас есть шанс показать какой-то результат. Как профессиональный футболист, как вы считаете, чего не хватает нашей сборной? Профессиональных футболистов.